не горжусь этим, само собой как-то получилось, но понравилось. Рассказываю. Летом прошлого года моя старенькая Nokia накрылась. Она была супернадежная, прожила черти сколько, падала и по собственной воле, и не по собственной воле, ничего с ней не было. Да она еще была крутая, это такой, знаете, недоделанный нокиевский неудачный смартфон, N900 на Linux, тач, но с кнопочками, ну вообще прикольная такая штука. И вот он, ну, даже я удивлен, что он так долго прожил. Вот, и как-то я его чинил неряшливо. Там что-то думал, что там что-то это поменяю. В общем, как-то я его долго и чинил, а придавать не хотел. Люблю я вещи к ним как-то очень... Особенно, когда они вот уже пожившие. Вот я обожаю пожившие вещи. Не люблю новые вещи. Вот. И, в общем, как-то вдруг обнаружилось, что, в общем, я достаточно долго без нее живу. И обнаружил, что вообще хорошо жить без телефона. Этой радостью спешу поделиться с вами. Без сотового телефона. И... Как-то отчетливо я стал понимать такую мудрость. Помните, есть такая группа «Сплин», у нее есть замечательная песня «Прочь из моей головы». Знаете, мне стало легче чему-то говорить «прочь из моей головы». Оказывается, когда у тебя сотовый телефон, твои как бы двери, они вот двери в тебя, двери в твою голову, они постоянно раскрыты настежь. Туда приходят какие-то дурацкие смс-ки, какая-то дурацкая реклама, какие-то необязательные звонки, какой-то... дурацкое, ненужное совершенно общение. А сейчас у меня этого нет. Я назначаю всему входящему информационному потоку некое время, когда он может прийти ко мне в рабочее время, например, по тем или иным каналам. Вы знаете, замечательная вещь. Я, так сказать, делюсь. Стал гораздо более умиротворенным, спокойнее стал. Со мной вообще случились такие перемены, где-то сравнимые с тем, когда я когда-то, очень давно, наверное, лет 10 назад, перестал смотреть телевизор. Вот я его вообще не смотрю, и хорошо мне стало. Вот. И без сотового телефона стало еще лучше. Вот. Может, кому-то нельзя без телефона и так далее, а я просто делюсь. И, знаете, больше, в общем, как-то я... Ну, я не знаю, что со мной должно случиться, чтобы я опять вернулся к тому, чтобы иметь сотовый телефон. В общем, живу без него полгода. Уверен, буду жить и год, и еще один год, и сто пудов смогу без него обойтись. Вот такая история.